As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one that walk while they all play. And you'd lay awake at night and scheme. Сегодня на стенде у нас представлен транспортировщик палец CDB20 грузоподъемностью 2 тонны на литий-ионной аккумуляторной батарее объемом 110 ампер-часов. Отличительная особенность данного транспортировщика палет – это ограждение для оператора, подставка, электроусилитель руля и высокая производительность. По соседству у нас представлен простейший транспортировщик палет грузоподъемностью 1,8 тонн с литий-ионной аккумуляторной батареей. Преимущество данного транспортировщика палет в легкой смене и зарядке аккумуляторной батареи. В комплекте идет одна аккумуляторная батарея, можно приобрести также вторую для смены и зарядки. Вилы стандартные 1,150 м, отличная замена обыкновенной рохли. А здесь у нас представлен более высокопроизводительный штабелер высотой подъема уже 4,8 метров для более сложных высотных работ и грузоподъемностью 2 тонны. Отличительная особенность данного штабелера – это электроусилитель руля, откидное ограждение оператора и откидная подставка для оператора. То есть она может использоваться как и в сложенном виде, так и разложенном, уменьшая межстеллажное пространство. А здесь у нас представлен штабелер высотой подъема 3 метра и грузоподъемностью 1,5 тонны. Отличительная особенность данного штабелера – это литий-ионная аккумуляторная батарея, довольно быстрая зарядка и зарядка от 220 вольт. То есть этот штабелер не требует зарядной комнаты и не требует какого-то последующего обслуживания, как у кислотной аккумуляторной батареи. Сегодня на нашем стенде представлен трехопорный электрический вилочный погрузчик грузоподъемностью 1,6 тонн и высотой подъема 4,5 метра. Погрузчик на литий-ионной аккумуляторной батарее, на цельнолитых шинах, LED-оптика, передний синий луч, а также задний синий луч. Погрузчик у нас выполнен на подрессоренном сиденье Grammer. Здесь также присутствует система Fingertip с пропорциональным подъемом. Реверс перенесен также удобно под правую руку. Панель приборов вынесена вперед на правую сторону. Здесь мы можем наблюдать литий-ионную аккумуляторную батарею на 500 ампер-часов. Соответственно, основной выход, подключение модуля для считывания ошибок. Здесь мы можем наблюдать задний синий луч, проблесковый маячок, а также заднюю оптику поворотники и стоп-сигнал, также сигнал заднего хода. Также прошу обратить внимание на заднее сдвоенное колесо, что увеличивает устойчивость. А здесь у нас представлен трехопорный электрический вилочный погрузчик грузоподъемностью 1 тонна и высотой подъема 4,5 метра. Мачта оснащена боковым смещением каретки, свободным ходом. На данном вилочном погрузчике установлена кислотная аккумуляторная батарея. И один из ее больших плюсов – это зарядка на 220 вольт.
Для удобства все рычаги управления мачтой и погрузчиком перенесены в правую сторону под правую руку, регулируемая рулевая колонка и электрический переключатель реверса. В задней части у нас установлен проблесковый маячок, LED-оптика, сигналы заднего входа, поворотники и стоп-сигналы. Также прошу обратить внимание на сдвоенное заднее колесо, что повышает устойчивость, и отсек для хранения документов также выполнен для этого. Здесь у нас представлен дизельный вилочный погрузчик грузоподъемностью 3,8 тонн и высотой подъема 4,8 метров. Он оснащен боковым смещением каретки, мачта со свободным входом, LED-оптика, омыватель, кабина. Кабина оснащена заводским отопителем, вентилятором. В правую сторону у нас перенесены органы управления, подъем-опускание мачты, наклон, боковое смещение каретки, основное табло с емкостью бака, с наработкой моточасов. Здесь у нас идет управление дворниками, передним, брызговик, задний дворник. Также здесь у нас установлен отопитель кабины, направление горячего воздуха на лобовое стекло, что препятствует запотеванию и обмерзанию дальнейшему. И циркуляция воздуха происходит с правой стороны. Здесь у нас монтирован вентилятор, имеет два режима работы, слабый, отключение и очень быстрый. С левой стороны от оператора у нас выполнено бортовое освещение. Также сегодня у нас на стенде представлен бензиновый вилочный погрузчик, четырехопорный, с двигателем Nissan K21, грузоподъемность у него 1,8 тонн, высота подъема 4,5 метра. Давайте посмотрим с вами двигатель. Также на данном погрузчике установлена усиленная коробка передач, которая позволяет охватить весь потенциал данного двигателя. Органы управления и панель приборов у нас также вынесены в правую сторону. Это подъем опускания мачты, наклон мачты, боковое смещение каретки. Электрический реверс руля выполнен с левой стороны под рулем. Также на данном погрузчике имеется отсек для хранения документов. Сегодня у нас на стенде представлен один из самых интересных экземпляров. Это внедорожный вилочный погрузчик на дизельном двигателе Inmar производства Япония. Высота подъема 3 метра. Прошу обратить внимание на размер и протектор шин. Передние колеса ведущие, полноприводные. Если мы с вами заглянем в кабину, здесь у нас представлено сиденье с полной подвеской, с регулировкой подлокотников, с регулировкой высоты сиденья, наклона спинки и, соответственно, движения вперед-назад. Погрузчик выполнен заводской кабиной с отопителем. Прошу обратить внимание, как выполнен отопитель кабины. То есть он не мешает проходу, можно свободно заходить как с левой, так и с правой стороны. Направление горячего воздуха идет как на лобовое стекло, так и в целом в салон. Здесь у нас также установлен вентилятор стандартного охлаждения и основные органы управления по правую руку от оператора, так же, как и основное табло. Здесь у нас подъем мачты, наклон мачты и боковое смещение каретки. При движении задним ходом здесь у нас предусмотрен звуковой сигнал движения назад. То есть вы не ищете его спереди, вы следите за дорогой, рулите и можете подать звуковой сигнал. Также прошу обратить внимание, то, что здесь есть датчики наклона погрузчика. Как слева от водителя, так и, так и спереди. А также штатное освещение. Прошу обратить внимание, что на данном погрузчике установлена система двойной фильтрации для работы в условиях повышенной запыленности, загрязненности. И также выхлопная труба выведена наверх. А здесь у нас представлен четырехопорный электрический вилочный погрузчик на свинцово-кислотной аккумуляторной батарее. Высота подъема мачты 4,8 метра со свободным входом. Погрузчик также оборудован боковым смещением каретки и на пневматических шинах. Объем аккумуляторной батареи на данном погрузчике 300 ампер-часов, что позволяет работать полную смену при средней загруженности.
Панель управления у нас выведена в правую сторону, под правую руку оператора. Это подъем мачты, наклон мачты и боковое смещение каретки. Также табло выведено вправо. Здесь мы можем наблюдать наработку моточасов и емкость заряда аккумуляторной батареи. Погрузчик оборудован LED-оптикой, поворотниками. Также сзади у нас установлен проблесковый маячок. Фонари заднего хода, стоп-сигналы, также задние поворотники. Здесь у нас отсек для хранения документов. И также доступ к аккумуляторной батарее осуществляется как спереди, так и сзади. Отличительная особенность наших погрузчиков с заводской кабиной – это наши двери. Прошу обратить внимание на замок, на плавность открывания хода за счет газогидравлического доводчика.